Привет, друзья! Добро пожаловать на канал! Сегодня приготовим популярный французский десерт – шоколадный фондан. Его особенностью является твердая хрустящая оболочка с жидкой начинкой. Для приготовления потребуется плитка темного шоколада, 75 грамм сливочного масла, 2 яйца, 70 грамм сахара и 50 грамм муки. Шоколад со сливочным маслом растопить на водяной бане. Можно это сделать также в микроволновке. Яйца с сахаром взбиваем до пышной светлой массы. Вливаем немного остывшую шоколадную смесь и перемешиваем. Затем муку. Перемешиваем до однородности. Смазываем формочки сливочным маслом. Посыпаем какао-порошком. Выливаем тесто, заполняя формочки на 2/3. Из этой порции продуктов у меня получилось 6 штук. Ставим в разогретую до 180 градусов в духовку на 7-8 минут. Очень важно не упустить момент, не передержать. В идеале снаружи десерт должен пропечься, а внутри остаться жидким. Если пропечется полностью, то станет шоколадным кексом. В любом случае это вкусно. Десерт готов. Охладим в течение 5 минут, а затем аккуратно перевернем на тарелку. Подавать такой десерт нужно теплым, разрезав серединку, чтобы начинка вылилась на тарелку. Приятного вам чаепития!